Добрый-добрый-добрый день всем, кто с нами с самого утра, в принципе. Хотя не такое уж это и утро. Всем, кто с нами с 12 часов дня. Прошлый матч у нас закончился победой команды Signature Trust, которые смогли обеспечить себе уверенное третье место в таблице. Таблицу мы вам немного позже покажем. Signature Trust только что убили команду Минески и реально убили. Там убийств было очень много, кровь, кишки и все, что к этому прилегает. На данный момент Signature Trust играет против MVP Phoenix. Это у нас катка в формате турнира Join Dota MLG Pro League. Первый сезон у нас идет, групповой этап, азиатский дивизион. И игра протекает в серии Best of 2. За одну победу — один поинт. За одно поражение — ничего, соответственно. Ну что, по пику давайте сразу разберемся. Signature Trust уже у нас выбрали Акса и выбрали Леона. MVP Феникс ответили Ченом, SF-ом и Шейкером. В баню ушел Варлок, Воид, Шадоу Шаман и Тайтхантер со стороны Signature Trust. И со стороны MVP Феникс имеется в баню уже Тини. А это значит, что MVP Феникс прошлый матч точно смотрели. И Тролль, Варлорд, Снайпер и Шторм Спирит. То, что не будет здесь Тини, в принципе, меня это радует. Три матча подряд смотреть на Виспа и Тини, я думаю, скучновато было. Это вам не то, как течет вода, как горит огонь. Смотреть, как Тини разбивает черепа три матча подряд, вряд ли можно. Ну что, еще один пик от Signature Trust. Висп все-таки уходит в пик данной команды. Здесь будет кого посаппортить. Здесь будет на кого бросать тизер, кого хилить. Акс, в принципе, я думаю, первая цель. Ну, в принципе, можно и классического олдскульного ЦК брать смело под Виспа. Возможно, Signature Trust к этому и прибегнут в данный момент. Клокверк отходит у нас пока что MVP Феникс. Сложную линию у нас отходит Клок. Ну, Свен. Все, в принципе, понятно. Свен достойная замена Тини. Свен, ульт, тизер, оверчардж. До свидания. Тролль ушел у нас в баню. Значит, пик прошлого матча не повторится. Свен с Виспом, скорее всего, будут стоять на миде. Ну, посмотрим. Если Майпро у нас сядет за Свена, то, конечно же, это будет мид. Акс, как я понимаю, направится у нас, скорее всего, в легкую фармить, потому что не очень видится мне его пребывание на сложной линии. Скорее всего, Акс пойдет фармить в легкую с Леоном. Тини со Свеном будут на миде, и кто-то нужен для сложного лайна. В баню у нас от Феникса отправляется... Отправляется Брюмастер, а со стороны Signature Trust уходит у нас в баню Вайпер. Вайпер уходит в баню, собственно, непонятно совсем почему. Клок у нас, понятно, будет сложный от MVP Феникс, мид, скорее всего, за SF-ом. А в легкую пойдет Шейкер вместе с... Вместе с кем? Я вообще ничего не понимаю. Queen of Pain у нас уходит в пик MVP Феникс, и, возможно, SF у нас уйдет фармить в легкую вместе с Шейкером. Клок в сложную отправится. Чен, понятное дело, в лес. На Аквапа будет стоять на миде. Пока что мид команды Signature Trust, единоличный мид, не вырисовывается. Я, конечно, думаю, что это будет Свен с Виспом. Но, с другой стороны, в первом матче против команды Минески Висп в паре с Тини фармили легкую. Сейчас тоже это можно сделать. Но тогда надо будет Акса отправлять в сложную. И выстоит ли Акс в сложную против SF, против Шейкера, остается для меня загадкой. Еще один пик. И либо это будет мид, а возможно вообще 2-1-2 расставят своих персонажей Signature Trust. Мы это увидим немного попозже. Как у нас идет трансляция, что у нас со звуком? По-моему, все у нас в порядке со звуком и с трансляцией. Наблюдаем последний пик от Signature Trust. Одна минута дополнительного времени остается на то, чтобы выбрать персонажа. Стенд-ин Хихе, кстати, в составе Signature Trust. Бы отыграл, кстати, Хихе просто крутейшим образом. Сложные выиграны были практически все. И по артефактам, по всему необходимому вывез все, что только мог вывести. У
предыдущего оппонента Signature шансов было, конечно же, мало. Если прошлую катку они, конечно же, я говорю о Signature Trust, если прошлую катку они переломили в самом старте матча и направили в свою сторону преимущество, то в позапрошлой игре пришлось попотеть до середины матча. Уже после реализовали Веспа и Тини. Но у нас совершенно другая игра на данный момент. У нас Ember Spirit последний пик для Лакелза. Фармящий Ember Spirit. MyPro у нас на свине. Бумбел забирает себе Леона. Хихе на Аксе. Отправится, как я понимаю, в сложную. И Висп со Свеном будет стоять у нас в миде. Нац забирает себе Чена от MVP. QQ. Так, давайте переключимся на героев. QQ у нас играет на Эссефе. Дальше у нас Отцов играет на Шейкере, стендин команды MVP. И Фойнил играет на Queen of Pain. Ну, пик команды MVP не очень понятен. Не очень понятен по лайнам. Понятное дело, что я не мыслю как профессиональный дотер. Мыслил бы как профессиональный дотер, не сидел бы, не комментировал. А играл бы где-то там с ребятами. По лайнам расстановка, в принципе, пока не ясна. Что у нас будет делаться с Шейкером и куда у нас направится Квапа, куда у нас направится SF. Ну, в принципе, QO у нас есть. QO, скорее всего, пойдет в мид фармить. Ну, значит, Квапа будет стоять в легкой. Интересно, очень интересно. Со стороны Signature Trust, в общем-то, по персонажам мы относительно разобрались. У нас будет Mid Sven с Виспом. Насколько мне это видится, у нас будет фармящий Лакелс в легкой, скорее всего. И Акс у нас направится в сложную. Ну, уже у нас Хихе затарился всем, чем необходимо, и отправляется в сложную. В принципе, мы готовы начинать. Команды тоже готовы к началу этого матча. Ждем встречи на руне, ждем первой драки. Желательно до выхода крипов, это было бы интересно. Симпатичный сет у нас на Хихе. Рарный топор, тоже такой хочу. Good luck, have fun. Команда MVP Феникс направляется в практически в полном составе в свой лес. Как я понимаю, собираются они драться на руне или, опять же, встречать того, кто будет тут вардить на стаках крипов лесных. Немного шансов у Акса, если вдруг он в одно лицо сюда придет. Широ с MyPro повторяет комбинацию прошлого матча. MyPro фармит мид. Широ ему в этом помогает на виспе. Висп пока что ничем не затарился. И мы понимаем, почему. Через совсем немного голды. Через одного крипа и то, что натикает, у него появится ботл. И с батлом тогда жизнь для Свена будет вполне комфортной. Где у нас QO? QO здесь вместе с Квапой стоит. Забирает у нас QO, скорее всего, баунти руну и отправляется на мидлейн. Квапа у нас уходит фармить легкую. Ей будет помогать отцов на шейкере и лесной чен от Наца. Сложной стоит Клокверк и самая обыкновенная расстановка по лайнам от команды MVP. Единственное, что Квапа в легкой немного удивило. Квапы Ring of Protection танго есть на отъедание у Шейкера. В принципе, ничего. Тут на подсейв, на подхил. Так, его уже получает по лицу от Широ. Широ уже имеет ботл. Подарили ему, видимо, ничего ему не подарили. Широ забрал баунти руну и, конечно же, принес себе сразу. Сразу же принес себе ботл. Ну, QO уже у нас нереально проседает по хп. Здесь приходит сова от дикокрыл потрошитель от Наца и будет стараться прохарасить лайн. Ну, пока этот ураган будет туда-сюда ходить, в принципе, Широ может свободно бегать по лайну и избегать с ним контакта. Ну, решили проще вопрос. MyPro запустил стан у нас в сову, и сова пошла драться с крипами наравне. Ну, можно и огрести, в принципе, от сове виспу так точно. Висп у нас сладкий персонаж на ранних левелах, но решили, видимо, забирать сову. Так, Широ у нас уже раскручивается и старается прохарасить QO. QO здесь получает от виспов достаточно прилично. Мидлайн нас пока больше всего интересует. Дальше перенесемся на другие линии. Ну, давайте хотя бы в парой слов
упомянем лайны команд Signature Trust и MVP Phoenix, соответственно. Лакелс у нас стоит в легкой. Ему помогает здесь Бумбел на Леоне. Сложный у нас Хихен на Аксе. У команды Signature Trust мы уже видели Ацуов вместе с Квапой. Стоит на нижнем лайне в легкой. И матч на Клокверке стоит на мидлейне. Кьюо по своему обыкновению отправился на мид. Есть у него все, в принципе, для фарма. Райсбенд со старта. Пробустили также на танго. И своих танго тоже достаточно. По крипстату на данный момент на первом месте у нас Фени. У него уже имеется 570 по голде на руках. Есть Ring of Basilus. Есть тапок. Ну, тапок только что был куплен. 14 на 9 крипстат. На втором месте у нас MyPro. 14 на 6 крипстат у него. Что у нас за драка здесь? Какая драка у нас здесь? У нас здесь приходит Хе-Хе. Вышли на QO, и это первый фраг. Но первый фраг отходит у нас все-таки команде MVP. Перед смертью MVP Феникс смогли забрать Веспа. И уже после умер у нас QO. Конечно же, размен не одинаковый. Размен неравноценный. Но опять же, на First Blood умер у нас Висп. Хе-Хе продолжает гнать наца. К нему прилетает Широ на тизере. И еще один фраг для команды Signature Trust. Эти ребята начинают вполне уверенно. Тизер скоро откатится и улетит отсюда Signature Trust. Висп. Хе-Хе, скорее всего, зажмут. Да, Хе-Хе отсюда не уходит. Через тизер надо лететь отсюда к чертовой бабушке Широ. Широ еще по спине. Где у него спина? Ну, где-то в какой-то из этих областей она получала нормально. Так, Широ. Стан у нас проходит в QO. Виспы раскручиваются. Стопить пока что не получается. Близко у нас Широ не подходит. Продамажили QO. У QO жизнь просто неприятная здесь. Конечно, 2-1-0 счет, но тем не менее, первая смерть для команды MVP была именно на мидере данного азиатского коллектива. 2-2 счет на данный момент. Что у нас по Networth? По Networth Signature Trust впереди. 7500 по графикам и 500 по экспириенсу. Бумбел выходит у нас и встречается с Марчем. Марч не собирается с ним разговаривать, ему неинтересно. Все руны, конечно же, контролит у нас Висп. У него есть ботл для целей. Вы видите, каких. Для того, чтобы постоянно саппортить Свена и пополнять ему ману и хп. Через тизер все это очень просто делается. Кьюо выходит у нас сюда. Широ очень сильно проседает от одного несчастного сатира и от одного койла от Кьюо. Кьюо на хосте бежит, но неплохо, очень неплохо мансует Широ. Через хайграунд заходит у нас СФ, но здесь уже через 2 секунды будет стан. И СФа можно будет разобрать. Сюда приходит Ацио, дает фиссуру, подсейвает Кьюо. Кьюо подгорает от Акса, и Кьюо, скорее всего, умрет. Хотя нет, отпивается у нас Кьюо, выживает в этом файте. На лоу хп отсюда уходит, Ацио продолжает разминать команду Signature Trust на своем хайграунде. Драка закончилась ничем для обеих команд. Широ просел по хп, но Широ остался жив. Свен зарабатывает 5-й левел пока что. До ульты еще 3 четверти 6-го необходимо. Что у нас у Марча? У Марч на сложной стоит и практически собрал уже себе Power Threats. У Бумбела дела не так хорошо. Бумбел, в принципе, здесь саппортит. У Бумбела всего-то 3 добитых крипа. Куда у нас улетает Леон? Леон улетает у нас в сложную. Разобраться с крипами внизу. Ну, отгоняет на себя. Забирает крипов. Здесь Фени, кстати, фармит практически без проблем. 31 на 14 у него крипстат. У Лакелса тем временем на легкой крипстат 36 на 16. Он на первом месте, и по нетворсу с Квапой, в общем-то, делит первую позицию. Тем временем Квапа у нас прыгает на Леона. Сюда Ациов приходит и разбирают здесь игрока команды Signature Trust. Давайте посмотрим реплей, пока есть такая возможность. Напали у нас на Бумбела, я так понимаю, фиссура, прыжок, Scream of Pain и ульта от Queen of Pain. Не пожалел Sonic Wave у нас Фени и правильно сделал. Фраг это лучше, чем спелл, который не кдешится. Ну что, 1000 по голде на данный момент есть у Фени. Ждем грейженного тапка. Пока что с одним Boots of Speed бегает у нас фармила команды MVP Phoenix. Лакелс в драке у нас не вступал. У него счет 0-0-0. Но по крипстату на первом месте 44-20. Это при том, что фраг сделала у нас Квапа в легкой на Леоне. 3-2 на данный момент впереди команда MVP Phoenix. По голде видим, что
в ноль уходит все, и по экспириенсу они на 250 опережают своих оппонентов. Лакелс продолжает фармить. Неужели не будут мешать Эмбер Спириту? Неужели не смотрели ни одну катку с участием Эмбер Спирит коллектив MVP Phoenix? Да, конечно, смотрели они сами. За Эмбер Спиритом немало выиграли. Кио на этом персонаже отыгрывает, не сказать, чтобы редко. Да совсем не редко. Так, Кио у нас ловит стан от Свена. Ну, просто, видимо, решили заюзать какой-то спел, потому что мана регенится, ну и надо ее тратить. В принципе, по ХП Кио тоже не сильно просел, есть чем отпиваться. Выходит у нас Power Threads Кио на данный момент. Давайте посмотрим дальше. У Квапы уже появились. Power Threads есть сверху. Было 700, что-то себе купила Квапа. Квапа себе купила грейженный стик со старта. В принципе, неплохо. У Шейкера ничего, тапок и 1000 по голде сверху. Выход в арканы собирается у Кио, мы видели, что есть. У Чена ничего пока нет. Что у нас происходит, не совсем понятно. Так, у нас на паузу нажали. Сигнейчи Траст отвалился у нас. Хе-хе. У Наца ничего нет, но курица тоже к Нацу не летит. Ничего, 900 по голде на руках, 8-я минута. Пока что выхода от Чена вменяемого мы не видели. Видели, конечно, здесь дикокрыла потрошителя, который с хайграунда что-то старался сделать, но это не тот выход, который ждет команда MVP Phoenix. Клок на данный момент уже имеет ПТ, у матча есть также 400 сверху. Будет ли у нас драка за руну? Майпро к этому готов. Хе-хе, здесь агрит на себя марша. В коге закрываются. Хе-хе проседает по ХП, потому что здесь батарея саут очень серьезно наваливает. Хе-хе отсюда не уходит. Батарея саут забирает Акса. У нас на лоу ХП Кио. За ним погоня от Лакелс. Фиста у него нет, но я думаю, через щит сможет забрать. Ультует у нас MVP Феникс. Не получается ультануть у нас у Кио. Привязка от Signature Trust, от Лакелс за им. Надо уходить отсюда. Фиссура по голове. И, скорее всего, здесь его заберут. Да, Шейкер еще забирает этот фраг. По итогу файт заканчивается 3 в 2. Команда MVP делает счет 7-4. Даже 4 в 2. Это Висп у нас еще ожил после этого файта. Да и Хе-Хе, кстати, тоже. 4 в 2 подрались. 1200 по голде отходит MVP Phoenix. И по экспириенсу тоже порядка 1300-1200 зарабатывает данный коллектив. На паузу нас нажали игроки команды VP Phoenix. Отвалился у нас Кио. Попытка была здесь спрятаться в кустах. Попытка заультить, но она была прервана Эмбер Спиритом, который вовремя заюзал привязку. Чейнами, собственно, сбил ульту. Ну, по большому счету, ульта-то дамаги не наносила толком Эмбер Спириту. Но все равно было бы неприятно. Умер бы немножко пораньше здесь. Хотя, опять же, Signature Trust потеряли Эмбер Спирита. Ну, драка растянулась надолго по времени, надолго по географии. Успели разойтись и на хайграунд, и на руне подраться. Драка была интересна. Надеемся, что вся игра будет примерно такой же. Отваливается тем временем Кио, и пока что он не возвращается. Посмотрим, что у нас по артефактам команды Signature Trust. Есть уже транквилы на руках у Хе-Хе. У Леона пока что ничего. У Свена появляется брасер поверх ПТ. Есть 762, если что. На покупку, как я понимаю, барабанов. Раз брасер появился, нужно и барабанами заниматься. Ботл от Виспа больше. Ничего нету у Виспа, но ему пока что больше ничего не нужно. И у Эмбер Спирита, в принципе, барабанов, скорее всего, не будет у нас у Свена, потому что у Эмбер Спирита уже имеются барабаны. Два набора барабанов в команде. Ну, посмотрим. Не буду, собственно, даже обсуждать эту ситуацию. Хе-хе у нас в... Так, хе-хе, не хе-хе. Кио у нас отжимает паузу, потому что возвращается в игру. Ну, игра продолжается. 9 минут у нас позади. Счет 7-4. И экшеном данная катка не обделена. Что у нас у Акса до даггера? До даггера еще 1500 у MyPro на данный момент. Базовые артефакты тоже имеются. Есть ли релокейт у Виспа? Нет, релокейта нет. До релокейта еще половина шестого левела. У Хе-Хе Квиллинг Глейд, если что, уже имеется. У Леона тоже Finger of Death появляется. Ну и, конечно же, у Эмбер Спирита ремнанты имеются.
Ульты со стороны команды MVP есть у QO, есть они у Квапы. Мы уже видели, как Эналиона разбирал на нижнем лайне. И появляется Эхо Слэм у Шейкера. Причем левел назад. Но он неплохо здесь по экспириенсу получил в данном файте. Понятно, у Шейкера теперь по опыту никаких проблем нет. По левелам давайте глянем, у кого что и скоро будет. Пятого левела только Чен у нас и только Висп. Hand of God нет и Релокейта тоже нет. Ну и примерно на одинаковых позициях у нас игроки. Свен тем временем забирает у нас QO. Давайте глянем, как это было. Просто ворвались, просто подкоп, Finger of Death и станом Свен забирает у нас QO. Все очень просто. Очень-очень просто для команды Signature Trust. Ну, удачный выход первый от Бумбела в мид. Можно попытаться спушить барак. О, барак. Спушить тауэр, конечно. До бараков еще далеко. Signature Trust забирают мидера команды MVP Phoenix уже в третий раз. В принципе, там замес был, когда First Blood был со стороны QO. Ну и сразу же его развалили. И плюс здесь погиб от Ember Spirit. И теперь еще и в миде безответный фраг от команды Signature Trust. Sonic Wave пошел у нас от Фени. Ловит моментально ульту в лицо. Умирает у нас Висп, релокейт в никуда. Этот релокейт будет всю игру здесь тянуться. Надо заканчивать такую ерунду. Клок у нас тем временем забирает Леона. Где это происходит? Чен у нас погибает на легкой. Здесь же у нас Клок с Леоном отвалились. Лакел забирает этот фраг. У него становится еще 2-1-0. 990 по голде. На руках после фейсбутс, после Drum of Endurance. Девятый левел у нас у Лакелса. По крипстату он тоже близко очень первой позиции. 65 на 25. По нетворсу давайте глянем, что у нас. На первом месте Квапа, у нее 5500. На втором месте Ember Spirit, просто 5000 у Лакелса. Ну, в лейте Лакелс будет куда опаснее выглядеть, чем Queen of Pain. Тут даже обсуждению не подлежит этот факт. У Хихе появляется Акс. У Акса появляется Даггер. У Хихе, который играет на Аксе, появляется Даггер. Это 12-я минута. И это начало экшена. Под смоком сразу же выходят в лес команды MVP. Приходит сюда Хихе. Как неудачно QO заагрил на себя крипов. Еще и врыв у нас от Свена вместе с Виспом на релокейте. Очень удачно взял 6-й левел у нас Висп. На четверых разобрали у нас мидера команды MVP. Влетает сюда Марч на хукшоте. Бумбел здесь один под Battery Assault. 100% умирает. MVP здесь, в принципе, мидер команды MVP. Команды Signature Trust здесь есть. Но драться он не решается. MyPro отсюда по-хорошему нужно бы уйти. И быстрее бы пропал этот чертов тизер. На мид отправляется у нас команда Signature Trust. Есть, в принципе, что защищать. А тем временем погибает у нас Леон. И также Ember Spirit разобрали еще и на миде. На Remnant уйти, как я понимаю, не удалось. Ember Spirit, по-моему, до сих пор без фистов. Нет, фисты в 2 прокачал. Акс рвается у нас здесь, агрит на себя QO. QO получает стан Sonic Wave. Отличный Sonic Wave от Фени. Забирает сразу двоих игроков команды Signature Trust. По-прежнему в таверне у нас Ember Spirit. Погоня пошла за Виспом. Висп тоже разваливается. Scream of Pain от Квапы нереально полезный в этом матче. Еще один Scream of Pain сейчас, видимо, будет в спину Бумбелу. И даблкил от Фени. Четверых команда MVP в общей сложности забрала. Заработала в этом файте 1500 по голде. И по экспириенсу 2500 в плюс вышло по сравнению с Signature Trust. Разменяли QO на двоих игроков, на четверых игроков Signature Trust. Также заберут тауэр по миду. И по экономике команда MVP должна чувствовать себя уверенно. 4000 по голде, 4 по экспе. Шейкер здесь. Так, на Шейкера нападает у нас Ember Spirit. Привязка не сработала, потому что Чен отправил у нас Шейкера на базу. Марч здесь рассыпается. Забирают у нас Клокверка. Что у нас от QO? QO пока не дает ульт и, возможно, правильно делает, потому что далеко он находится. Висп у нас на релокейте. Какой же бесконечный тизер. Когда он закончится, этот тизер со Свеном? Ну, уже неприятно смотреть. В прошлом матче та же ерунда была
с Тиником, очень долго мозолила глаза. Короче говоря, забрали одного Клокверка игроки команды Signature Trust, немножко насобирали по голде. Немного графики пойдут вниз, но это не будет так ощутимо, как Signature Trust того бы хотелось. А Циофа ловят здесь, Quilling Blade по голове от Акса. И счет становится 16-10, еще один безответный фраг для Signature Trust. Врыв у нас от Марча, Марч опять врывается в Свена. Свен, в принципе, неплохо так бьет, но при этом неплохо получает. Умудрился Свен у нас отхилиться за счет Виспа, и здесь же разбирают Квапу. 3 в 0 подрались. Неудачная попытка от MVP восстановить баланс. Вовремя прилетел Широ, и Широ сделал очень много для Свена. Столько, сколько сносили ему ХП, столько же Широ и отхиливал. И дальше продолжение от команды Signature Trust. Сюда врывается Лакелс, привязка по Чену. Забрали крипов, забрали самого Чена. Пятерых игроков команды MVP на протяжении последних 2 минут забирает команда Signature Trust. Сколько на Чене подняли? Немного подняли золото на Чене, но это какой фраг подряд? С миру по нитке. Signature Trust победа. 16-13 счет становится. MVP теряют свое преимущество. Видим, что происходит с графиками. По экспириенсу в Signature Trust вообще выходят вперед. Но это круто. Это очень круто. Игра становится интересной. И развал в одну кабину заканчивается. SF у нас бедный. QO 7 раз. 5 раз точнее умирал. 7 у него ассистов имеется. 3 килла всего у QO. По артефактам ничего пока что не появляется. Выходит он в Еул. До Еула еще достаточно денег необходимо. Секси Варнац. Курьер команды MVP Phoenix. SF пока что терпит. А что ему еще остается? Против него стояла не слабая дабла. Свен против Тини. Неприятная вещь на миде. Я бы не хотел против себя такое наблюдать. QO, конечно, парень опытный, но тут просто практически бессмертный Свен за счет тизера и хила через ботл от Виспа. Виспа еще, кстати, появляется урна. Пока что без зарядов, но она уже имеется. Готовится выход от команды Signature Trust на легкую линию команды MVP. Врывается у нас Акс. Куда врывается Акс? Где Акс? Акс врывается в Чена. Сюда пошла Фиссура. Фиссура по Бумбеллу. Бумбелл уходит отсюда через ТП. Так, погоня у нас за Аксом. И Акса разбирают. Акса разбирают... QO. QO забирает Акса и 359 по голде с него поднимает. Разменяли Чена в Хе-Хе. Я думаю, не лучший размен для Signature Trust. Но тем не менее, драки навязывают они. А значит, что и какое-то, как минимум, ментальное преимущество они уже получили. Они давят по карте, они выбирают, где драться. То, что у них не получается драться в должной мере, это уже вопрос техники, но то, что они дерутся там, где хотят и когда хотят, это безусловный плюс для Signature Trust. Команда MVP Phoenix собралась на Т1. Половину Т1 уже снесли заранее, и сразу 3 игрока MVP стоят здесь. Шейкер пошел фармить крипов в лесу, делает отводы. Ничего себе, какой Шейкер. Стопит здесь крипов, они не дойдут. Видимо, до спауна нет. Спаун все-таки заблочен был, и не появляются крипы еще раз. А значит, пора и переходить на лайн и стараться драться здесь. Шейкер становится и готов дать фиссуру по Майпро. Фиссура пошла, влетает сюда с отличной позиции у нас Марч. Разваливают Свена моментально. Сюда приходит Акс. И Акс, как Акс отправляется на мид, мне непонятно. Отсюда улетает Висп. Висп 3 секунды еще, и Висп вернется прямо под QO. Возвращается Висп, лететь на тизере есть в кого, но это крип. И здесь с блинком Фени. Даблкил у нас от Квапы. Квапа уже имеет Orchid of Malevolence. Есть у нее Point Booster. Квапа готова драться. Квапа во всеоружии. 9300 насобирал... насобирал у нас Фени за данный матч. 9400 даже у него Networks. Ember Spirit на втором месте, у него 7700. Пока что добро от Сворда необходимо еще 2000 по голде. Поднимают его вверх, Silence от Квапы. И все. И нечего делать команде Signature Trust. Один Silence от Квапы, и можно драться с кем угодно, даже с Ember Spirit. Никаких фистов, никаких ремнантов. Ты просто стоишь и смотришь, как тебя убивают. Главное вовремя дать этот Silence. Ну что, у нас погоня за QO.
Акьюо не собирается драться здесь и оставаться. Sonic Wave просто прекрасный от Фени. Killing Spree уже у него, один крик и... В таверну у нас отправляется еще и Висп. Троих забрали игроки команды MVP, 3 в 0 подрались. По голде 2000 восстановили свое преимущество, за 4 оно на данный момент переваливает. Команда MVP начинает разносить своих оппонентов по всей карте. Только я сказал, что Signature Trust выбирают, где драться, а значит, имеют некое преимущество перед своими соперниками, как Квапа с Аркидом заходит и мои слова превращает в полную пыль и труху. У нас еще одна драка, видимо, в лесу команды Signature Trust. Погибает у нас Леон. Наконец-то эту Квапу хоть кто-то угомонит. В никуда уходит Квиллинг Блейд. Слишком много было хп у Квапы. Разваливают также Чена. Минус 2 уже от команды Signature Trust. И пошла еще погоня за Кентавром. Но в чем же виноват Кентавр? Но так за компанию забрали еще и зверушку Чена. 2 в 1 подрались. Но это один Леон. Это бомж Леон против богоподобной Квапы. Ну, богоподобной, конечно же, для меня не по своему стрику. Разумеется, никакого гадлайка не было у Квапы, но гадлайк был, если не ошибаюсь, доминейтинг, да? Да, доминейтинг был у Квапы. Зарабатывают по голде Signature Trust 1500 здесь, и по экспириенсу 2500 тоже поднимают в данном файте. SF тем временем убивает у нас Виспа, все это делается под Т2 команды Signature Trust. Давайте посмотрим, как умирают Виспы. Вот так умирают Виспы. Счет становится 25-16 в пользу команды MVP. У Ацофа уже появляется после арканов Dagger. Есть 770 сверху, но в драке мы это уже видели. Марч врывается у нас в Леона. Леон в который раз умирает. В шестой раз уже погибает у нас саппорт команды Signature Trust, и MVP Феникс отправляются убивать Рошана. В принципе, все для этого есть. Кьюо уже имеет Йоул, даже заюзал его один раз. 1000 по голде имеется сверху. Драться можно с руки. Неплохой дамаг, 160 примерно. Шейкер здесь есть, нон-стоп тотемы. Рошан у нас падает. Все это на себя принимает Клокверк. До Кримзон Гварда осталось совсем чуть-чуть. И Марчу прилетит этот заветный артефакт. С руки команда Signature Trust не так будет пробивать. Ну что, врыв у нас от Signature Trust. Кримзон Гвард пока что не будет. Крик от Квапы. Соник Вейвом убивает. Не убивает, а в никуда у нас отправляет ХП Виспа. Вис просыпается. Квапа стоит на хайграунде. Разваливает еще и Эмбер Спирита. Хе-хе на лоу ХП. Ловят у нас здесь... Чена. Чен, скорее всего, погибнет. Хотя нет, Чен не погибает. Погибает Свен. 4 в 2 подрались MVP. Эхо слэм в одного... В одного Леона. Как будто мало было Леону той дряни, которую он пережил в прошлые минуты. Разваливают команду Signature Trust как хотят. MVP Феникс. 5 в 2 драка. 2000 по голде. 7000 по экспе поднимают в этом файте. Тим Вайп со стороны MVP и Рошан. А куда у нас отошел Рошан? У кого он? Рошан у нас у Шейкера. Пока влетел сюда Виспс со Свеном, у которого была ульта, развалился Рошан. Я так понимаю, просто сплэшем забрали Рошана команда Signature Trust. И дальше уже Эгис отошел Шейкеру. Шейкер и так у нас не часто умирал. 3-1-13, ну... Там в попыхах кто схватит, тот схватит. Надо было по-быстрому забирать Aegis, чтобы сопернику он не достался. 31 на 18. Signature Trust в роли отстающих. Проигрывают по голде они 6. Даже, наверное, 6,5 тысяч. По экспириенсу порядка 8 тысяч. У Лакелса по-прежнему нет никакого... Нет никакого Battle Fury. Broadsword имеется, есть Яша, но Яша здесь понятно для чего. Яша для того, чтобы Манта Стайл собрать, позже обсудим это. Фени получает кучу дамаги, здесь летает у нас Эмбер Спирит, умирает уже Леон. Леон умирает как с горы катится. Ациоф здесь по дамаге проседает, падает у нас Ациоф, но это только Аегис. Также забирают у нас Виспа. Здесь Лакелс бегает в принципе на фул ХП и практически в середине маны. Кьюо ультит забирает у нас... Забирает у нас Свена, и Эмбер Спирита тоже разваливают. 4 в 1 подрались, разменяли одного врывающегося Клокверка.
и четверых игроков Signature Trust потеряли. По итогу этого файта 2400 в пользу команды MVP Phoenix, и по экспириенсу тоже 3700 заработали. Но MVP Phoenix не собираются ни клаптика земли отдавать команде Signature Trust. Постепенно отжимают территорию, забирают сейчас еще один тауэр, а значит драться станет еще легче команде MVP Phoenix. Хе-хе нажимает у нас на паузу и отключается от игры. Самое время посмотреть, что по Нетворсу. По Нетворсу на первом месте у нас Квапа. Понятное дело, почему она на первом месте. 12-2-12 у нас играет Фени. Чокнутый просто. У него показатель КДА. Уже практически собранный БКБ. До БКБ остается совсем чуть-чуть по золоту. КЮО выходит на вторую позицию после нереально провального старта. Кое-что да насобирал. У него тоже собранный БКБ, но до БКБ остается меньше одного крипа. На втором месте, на третьем месте. И первый в своей команде у нас Хе-Хе. И на четвертом месте Эмбер Спирит. Эмберу просто как воздух необходим Манта Стайл. Надо сбрасывать себя вот этот чертов артефакт. Сайленс на Эмбере ломает полностью всю игру. И действительно, может, не может, а 100% правильно поступает Лакелс, что отложил сбор, сбор Battle Fury до появления Манта Стайла в своем итембилде. У Свена тем временем есть БКБ. Мордип Маск появляется. Скорее всего, будет выход в МОМ. У Хе-Хе мы видели, есть Black King Bar, 1600 по голде. Куда у нас улетает Свен? Свен разультился и влетает у нас на QO. Но здесь есть Марч. Марч вроде бы пытался помочь, не очень получилось. Через Crimson Guard пробивают у нас Марч, и не сильно Crimson Guard спасает. Здесь Sonic Wave у нас от Квапы, и Акс в соло будет драться с Квапой, и Акс будет умирать соло, я думаю, от Квапы. ТП-аут старается у нас сделать Акс, и у него это получается. На лоу ХП уходит у нас Хе-Хе. По итогу файт заканчивается 2-0 в пользу команды Signature Trust. Покажите нам Fight Recap, или вы уже показывали? Да, Fight Recap, скорее всего, нет, Fight Recap не показывали. 2000 зарабатывают по голде Signature Trust за 2 фрага и теряют еще практически 1000 по голде команда MVP Phoenix. 4800 также по экспириенсу поднимает Signature Trust. Квапа у нас не нашла Акса, так бы ситуация более-менее сбалансированной была. Ну что, счет 35-21, камбэк хоть какой-то, да, видится мне. Наверное, до 8 сейчас спустится график, и по экспириенсу от 14 тысяч до 10 опускается график. Движется он в сторону Signature Trust, но, конечно же, пока что он на половине MVP. У Бумбела со стороны Signature Trust имеется даггер, после даггера 400. Прилетает наконец-то Эмбер Спириту Манта Стайл, чтобы этот злополучный оркет себя сбрасывать. У Акса есть Plate Mail 1200 еще на руках. Во что у нас будет выходить Акс? Скорее всего, в Керасу, как я понимаю. Драка у нас на руне будет? Нет, не будет драки на руне. Здесь все заблокировали игроки команды MVP. Да, в принципе, драться нет смысла. Руна будет только через полминуты. У Эмбер Спирита пора бы Эмберу подумать о выходе в Battle Fury. В принципе, кое-как подсейвить себя уже сможет. Манта Стайл имеется. Фиссура в никуда. Ну, фиссуру можно и выйдить ремнантом. Для этого только не должен висеть на тебе Silence. Поэтому, конечно же, и куплен был Манта Стайл от Лакелза. Что у нас у Свена? Свен куда улетает? Улетает у нас Свен в собственный лес, потому что здесь нашли у нас Квапу. Квапа моментально рассыпается, режет у нас вроде бы дамагу, но хотя дамагу у Свена попробуй порежь. Под БКБ у нас Майпро. Майпро старается бить КЮО. КЮО убивает у нас Хе-Хе. Также у нас Марч очень сильно проседает по ХП. Будет ли еще один Квиллинблейд? Не хватает Квиллинблейда, и улетает отсюда у нас Шейкер. Куда отправился Шейкер? Шейкер отправился на базу за счет Спелачина. 3 в 0 подрались, а это уже камбэком попахивает. 1450 теряет MVP. 2600 зарабатывает у нас команда Signature Trust. И 6800 по экспириенсу поднимает все та же Signature Trust. Неужели повторится первая игра противостояния Signature Trust против Минески? Всю игру, всю начальную игру терпели, дотерпелись. Дотерпелись до того, что команда Минески до сих пор, мне кажется, отходит от прошлых двух матчей.
В рыб у нас от Лакелса. Лакелс уже почувствовал свою свободу. Привязка была от Лакелса по Шейкеру. И Чен просто отправляет на базу своих тиммейтов. Можно подраться. Здесь есть иллюзии. Здесь иллюзии еще неплохо так развалят Наца. В принципе, Нацу больно. Нац отсюда уходит. Ну, Эмбер Спирит. Артефакты пока что не вывозит. До необходимых артефактов пока что созрел у нас Свен. Есть у него Мом. И начинает выход в Кристаллис. У Шейкера, помимо Блинкдаггера, появляется еще и Йоул. Ну, у Шейкера дела хорошо. 3-1-15. Еще бы плохо шли дела. Что у нас у КИО? БКБ 9-секундный. Йоул, ПТ, Блинкдаггер также появляется. И 1300 еще и на руках. Видят игроки команды MVP, как я понимаю, MyPro. MyPro здесь встречает Марча станом в лицо. И бежать. Бежать, бежать, бежать. Здесь... Ациоф. Ациоф дает фиссуру, Ациоф дает тотем, БКБ. И на релокейте Свен увозит. Свена увозит у нас Виз. Будет ли обратный врыв от Свена и Виспа? Посмотрим. По-моему, будет. Нет, не будет. Неужели Висп сам там отдастся? Виз прилетает сюда, моментально ловит Коги, но по-прежнему живой. Ульта Шира. Шира умирает. Забирает этот фраг СФ, хотя львиную долю данного убийства... организовал у нас Клокверк. Марч ультой поймал улетающего на тизере Виспа. Это на самом деле был очень серьезный хайскилл, как по мне. Лакелс в файте не участвовал. Он фармит на Бродсворд. Ловит у нас Silence Лакелс. Сбрасывает себя через Манта Стайл. Соник Вейв также проходит у нас в Эмбер Спирита. Эмбер Спирит погибает. Еще один крик об MVP Фени. И Шейкер забирает... Эмбер Спирит. Оказалось, игра выравнивается. Ничего подобного. Игра не выравнивается. Игра возвращается на те же позиции, на которых была 3 минуты назад. Хотя вот видим, да, что казалось, что команда Signature Trust готова драться. Готова драться без потерь для себя. Ну, здесь, видимо, умирает сразу 3 игрока Signature Trust безответно. И по экспириенсу вроде бы они вышли вперед. Теперь возвращаются назад. Ну, хотя этот скачок с 12 до 1000 уже о чем-то говорит. 38-24. MVP QO забирает Aegis, и команда MVP, я думаю, должна попробовать зайти на хайграунд. Внешних товаров уже нет. Фармить есть ли смысл и вообще на что фармить? Но всегда есть на что фармить. Было бы кого фармить. QO забирает еще у нас и руну. Короче говоря, QO по нетворсу на втором месте. Он на одном уровне идет с Аксом. А где у нас Акс столько денег насобирал? Наверное, в драках 10-6-9 счет у Хе-Хе. Понятно, что какие-то денежки из файтов вывозит. В принципе, и умирает он не так уж много. 9 ассистов также на его счету. БКБ у нас у Акса уже 6-секундный. Поверх всего этого появляется не Кераса, как мне казалось, а Шива с Гвард. Ну, все в АОЕ дэмэдж. Как можно больше. Здесь в АОЕ дэмэдж фисты от Эмбер Спирита. Здесь сплэш от... Свена, здесь Леон, у которого есть даггер, и появляется Staff of Wizardry. Я надеюсь, это будет выход в Аганим. Широ здесь вместе с MyPro. Есть ли Vision? Vision команды, у команды Signature Trust нет в собственном лесу. Здесь Vision команды MVP Phoenix стоит. Ну а здесь Вард, разумеется, не палил, что находилось в данной части леса. MyPro отправляется на мидфармить. У него уже появляется Дейдалус. Только-только прилетел ему данный артефакт. Mask of Madness есть. Mask of Madness включена. Пошли фармить Энчентов. Ну, даже без ульты Свена падают у нас Энченты очень быстро. Ну, посмотрим. Посмотрим. В принципе, все имеется. Дейдалус есть. Есть Mask of Madness. Есть Overcharge от Виспа. Главное удачно влететь. Главное вовремя провязать БКБ. Пусть даже и 5 секунды. И хотя бы 3-4 удачных удара нанести. Если пройдет крит под ультой Свена, то я думаю, 3 из 5 точно ляжет. Чен не жилец, Шейкер не жилец, и думаю, может и Квапа отвалится у Квапы. Хотя у Квапы 2000 по ХП. Ну, значит, у нас СФ, скорее всего, тоже может развалиться.
38-24 счет на данный момент. По голде фениксы на 6 тысяч практически опережают своих оппонентов. И по экспириенсу тоже 6 тысяч в их пользу. На 34-й минуте у нас появляется Battle Fury у Ember Spirit. Так, влетает у нас Марч. Куда Марч влетает? Марч влетает на хайграунд под Веспа. Здесь у нас видят Ember Spirit. QO сейчас разультится прямо в Ember Spirit. Нет, не разультится у нас QO. Привязка и агро от Хехе. А по-прежнему живой у нас Лакелс. Лакелс готов уйти на Ремнант. Неплохо так по спине ему QO наваливает. Еще один удар, Лакелс умрет. Но стан ловит у нас QO. Привязка от... На месте стоит QO. Не может подойти никуда. Здесь надо бежать Лакелсу и лучше через Ремнанта. QO, неужели такой оторванный пойдет на базу соперника? Нет, Дагер провязал на мид. Ну, два персонажа команды Signature Trust, пожалуй, одни из наиболее важных. Эта связка Свен и Виз погибает. И MVP в полном составе заходят на хайграунд. Еще остается доковылять у нас Шейкеру. На хайграунд падают Т3, будут падать бараки. Милишный барак практически рассыпался. Глиф от команды Signature Trust. Глиф заканчивается. Падает один барак, падает второй. Может быть, есть смысл пойти на тот же топ-лайн. QO это понимает. QO идет на топ-лайн бить бараки. Т3 по миду падает. Sonic Wave у нас обалденнейший от MVP. На лоу хп у нас Ember Spirit. На лоу хп у нас Леон, но смогли разобрать Квапу. Хе-хе, Квиллин Блейдом забирает у нас Квапу. Без маны здесь Клок. Надо привязывать и убивать Клока. Слишком нагло ведет себя Марч. Марджа разбирают, выпадает из него гем. Ember Spirit забирает еще один фраг. Для себя 6-6-7 становится счет. И наконец-то убийств становится хотя бы столько же, сколько смертей. Потеряли мид игроки команды Signature Trust, но при этом заработали 2200 по голде. И 1000 потеряли игроки MVP Phoenix. Ну, катка, по-моему, более чем интересная. 36 минут и 66 фрагов мы с вами уже увидели. Азиатская дота прекращает быть той занудной хренью, которая была одну пару лет назад. Экшен азиаты творят, по-моему, интересный и нисколько не уступают СНГ коллективам. А вот, смотря на вчерашний матч, я вижу, что СНГ коллективы стали более сейвово играть. Империя против Asus Polar вчера играла и играла слишком спокойно, как по мне. Хотя Йоко своими нереально крутыми врывами от Эшейкера разбавил всю эту кислую движуху на карте. Йоку, конечно, отыграл просто суперски. В хайлайты 100% пойдет этот парень. Ну и вообще, что мы обсуждаем? Йоку известный персонаж, известен своими врывами. Магнусы и Эшейкер ему даются на ура. Ладно, возвращаемся к данному матчу. 2300 уже на руках у Лакелса после Battle Fury. Есть у него барабаны по-прежнему. Есть Манта Стайл, есть фейсбуцы. У Акса после Шивас Гвард появляется Виталити Бустер. Во что у нас будет выходить Акс? Наверное, это будет Гримзон Гвард, как я понимаю, от Акса. У Веспа есть урна, есть Баклер. Баклер у него. Значит, Гримзон Гвард. Хотя, может быть, Мека будет от Веспа. А может быть, просто укомплектовался для хоть какого-то количества дефа, потому что Висп с нолем дефа начальным наиболее сладкий персонаж для соперников. Что у Леона? У Леона 950 сверху стафов Визардри, пока что непонятно, во что он выходит. Будет это Еул или будет это Форс Став или будет это выход в Аганим. 40-я минута, в принципе, пора бы уже заиметь Аганим, но... Леон, мы помним, умирал, по-моему, больше всех. Давайте посмотрим. Нет, 12 раз у нас умирал Висп. На втором месте, в кавычках, Леон. 9 смертей от него. Дальше кое-как ребята держатся. Хотя вот СФ у нас 8 раз погибал и Клок. Если здесь саппорты, то здесь кор-герои в виде QO. И одного из наиболее важных героев можем посмотреть Клокверка. 9-8-14 счет у него. Возвращается у нас MyPro, значит и игра должна вернуться в привычное русло. По Нетворсу на первом месте у нас Queen of Pain. У нее по счету все раз прекрасно. 14-4-15. Есть Аганим у Фени, есть у него Оркид, есть у него Plate Mail. Будет выход, наверное, в Шиву. Куда у нас врывается Марч? Марч врывается у нас в MyPro, его моментально забирает Свен. Разультится ли у нас Свен и будет ли драка, мы сейчас увидим. Очень бы этого хотелось. Просто наблюдаем, что происходит. Свен разультился. Свен врывается.
Свен пошел нарезать. Свен бьет у нас Марча. Марч у нас по хп нереально проседает. Свен под БКБ. БКБ заканчивается. Очень мало длится БКБ. Всего 5 секунд. Под БКБ Свен бил, а БКБ заканчивается. И от вонючего батарея саут погибает у нас Свен. Трипл килл у нас от Фени. У Фени счет 17-4-15. 3 в 2 подрались игроки команд. В пользу, конечно же, MVP Фени Феникс забрали. Свена забрали. Леона забрали. Виспа. Висп умирает в 13-й раз. Клок умирает в 9-й раз. И Шейкер тоже в какой-то там раз умирает. Видите сами файт рекап. Озвучивать я даже не буду. Давайте перейдем к графикам. По графикам 6000 уверенно держится позиция золота в пользу команды MVP. И по экспириенсу 3000 также преимущество MVP Феникс. MVP Феникс забрали все Т1 и Т2 на лайнах команды Signature Trust. По-прежнему стоят нетронутые. По-моему, нетронутые. Нет, внизу все-таки побитый Т2. И еще даже до сих пор стоит практически мертвый Т1 на топе. Не решаются игроки команды MVP денайть этот Таур. А зачем, в принципе, его денайть, если на него можно ТП-шиться в любой момент? Ну, в общем-то, атаки со стороны Signature Trust мы не видим, а значит, денайть пока что смысла нет. Ну и на 40-й минуте снесенный Т1. Это небольшой прирост по золоту. Можно и оставить на всякий случай. 2400 на руках у нас у Эмбер Спирита есть уже Митрил Хаммер. Может быть, стоит сразу же купить БКБ. Если в БКБ, конечно, у нас собирается Лакелс. Да, он собирается в БКБ. БКБ приобретает. Денег на байбек не остается. Но с БКБ, возможно, и не понадобятся байбеки этому парню. 7-6-7 у него счет. Драки пока что у нас нет. Команды рассредоточились. У MyPro появляется после Дайдалуса Vitality Booster. У Акса Vitality Booster появляется тоже. Почему-то начал я думать, что это Crimson Guard. Конечно же, это выход как со стороны Свена, так и со стороны Акса в Тараску. Появляется Рошан. Чекают позиции команды. В команды Signature Trust MVP Phoenix за счет ракеты. И Рошан у нас падает. Рошана потихоньку через Eye of Skadi, который имеется у SF, через дамагу, который Аквапан наносит, забирают игроки команды MVP. Кьюо забирает Аегиса. Сыр находится в этом билде Фени. И так его убить невозможно. Теперь еще с сыром. Что будет делать Signature Trust, непонятно. Здесь бы криты Эмбер Спириту. Хотя здесь бы просто не умирать Эмбер Спириту, и то было бы уже неплохо. Летает у нас в ветрах Хехе, моментально врыв от него на Марша. Сетку ловит у нас Хехе, Марш здесь убивает Хехе. Shadow Fiend забирает этот фраг. Кьюо с руки и так уже очень больно бьет. Кьюо продолжает поход. Куда у нас Кьюо? Через дагер у нас улетает Кьюо, моментально ветра поднимается. Здесь у нас в БКБ входит Эмбер Спирит. Эмбер Спирит еще живет, но ХП у него мало. Зажали в коге у нас MyPro. MyPro не может добраться до квапы. MyPro просто умирает. Вот вам рендж персонажа. Врыв от Кьюо чуть-чуть поближе. Хехе ловит замедление от Кьюо и Хехе разваливается. Свен у нас выкупается, но у Свена нет ульты. Нет ульты, драться нечем. Висп имеется, Эмбер Спирит тоже жив, Эмбер Спирит не умирал, но Эмбер Спирит без критов. Здесь одним фистом не исправить ситуацию. Лакелс, если бы хоть как-то можно было понадеяться на то, что прокнет крит, еще понятно, можно было бы драться. Фени зажимается здесь в деревьях, но ему, я смотрю, здесь неплохо. На лоу граунд спускается, бараки пока что стоят. По хребту наваливает у нас MyPro. MyPro подрубает БКБ, разворачивается драться с Кьюо. Не по шансам, видимо, драться с Кьюо. Разультился у нас Свен. А нет, Свен у нас не разультился, он просто под БКБ и момом бегает. Надо бежать отсюда Свену. Сюда еще и дракон прилетает. Свен, конечно, дракона заберет, но зачем просто так отдавать дракона, непонятно. Ну, может быть, не доконтролил у нас Нац. Нац у нас вообще черти где находится. В файте не участвует, но бараки по-прежнему стоят. Поднимается у нас Кьюо после потери Аегиса. У Кьюо 5700 на руках. Как же до хрена Кьюо заработал. Он уже на первом месте по нетворсу. 22 тысячи у него. Квапа даже у него отстает. Так, Кьюо заходит и начинает бить соло бараки. Надо врываться, но здесь нет смысла врываться, потому что здесь близко уже команда MVP Феникс практически в полном составе. Ты чё, практически в полном составе?
Ацов здесь удачная позиция. Пошла фиссура, но фиссура не точная. Уходит через дагер куда подальше. Здесь у нас есть дракон. Дракон, в принципе, неуязвимый. Еще и с флешом наваливает по крипам. Падает у нас... Падают бараки. Падают две линии для команды MVP Phoenix. Ignatia Trust потеряли низ, потеряли мид. Они проседают по голде. Ой-ой-ой, как много. Более 14 тысяч и по экспириенсу более 10 тысяч от MVP преимущества. Что у Акса? У Акса ничего толком нет. У него есть Vitality Booster, но Тараской здесь и не пахнет. У Свена 2000 на руках. Есть Vitality Booster, но Тараской здесь и не пахнет. А у QO одним кликом появляется Butterfly. Как его убивать, теперь становится просто непонятно. Ни у кого нет МКБ. Ни у кого нет МКБ, но где насобирать этот МКБ можно было при таком сильном давлении от MVP? Непонятно. Что у нас у Шейкера? У Шейкера есть еще и Юл поверх, блин, даггера. Пока что вагоним не выходит у нас Шейкер. Но я думаю, это вопрос времени. У Квапы появляется Кираса. Квапа просто машина для убийства. Она просто с руки уже идет и нереально серьезно разносит соперников. Так, разультился у нас Кио. Не дают разультиться. Агрит на себя Акс. Кио пока что в БКБ стоит. Пытается разультиться. Ультит. Ивейдит ульт. Ивейдит ульт СФа у нас лакился. Это было очень красиво. Так, Кио проседает по ХП. У Кио нет Аегиса. Нет Аегиса у Кио. По голове бьют у нас Кио. Кио отправляется на базу. Но сразу 4 игрока команды MVP отправляются в таверну. Шейкер забирает троих. Трипл килл у нас от Ациофа. И это GG от Signature Trust. Поздравляем команду MVP Phoenix. Они смогли остановить такой уверенный проход команды команды Signature Trust. Две победы подряд над Минески. И MVP Phoenix объяснили, что они не Минески. Как справиться с Виспом и с Веном, они знают. У них все получилось, у них очень круто отстояла Квапа, у них нереально круто нафармил QO. 620 ГПМ, это топ ГПМ на карте. Поздравляем MVP Phoenix еще раз. Напоминаю, что мы стримим Join Dota MLG Pro League. Первый сезон, групповой этап, азиатский дивизион. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Очень скоро ворвемся на вторую игру в формате Best of 2 между командой MVP Phoenix и Signature Trust. Не переключайтесь.